Подарки для героев пандемии. Компания «Чистая линия» и волонтеры Подмосковья благодарят врачей. 27 января в Московской области стартовала акция поддержки медиков, работающих с больными COVID-19. Сегодня к ней присоединился и Серпухов. В этот день волонтеры Подмосковья побывали в 4 медицинских учреждениях городского округа. Со словами благодарности они вручили коллективам около 400 подарочных сертификатов. Это сертификаты на продукцию компании «Чистая линия». Медики могут приобрести на сайте «Чистая линия» потом продукцию этой компании. Спасибо вам за то, что вы помогали гражданам нашего города, спасали их жизни и помогали им выздороветь от этой болезни. Спасибо вам большое. Мы еще помогаем, и дальше продолжаем оказывать помощь. Воспользовавшись сертификатами, врачи, медсестры, санитарки, водители и все, кто работает в красной зоне, закажут мороженое и молочную продукцию на 2000 рублей. Фирменные машины компании доставят вкусные заказы на дом. Наши врачи, медицинские сестры, младший медперсонал видят о том, что о них помнят, заботятся. Естественно, это поднимает моральный дух. И сотрудники выходят на работу более с приподнятым настроением. Всего за время акции в Подмосковье подарки от «Чистой линии» получат более 29 тысяч специалистов, работающих в красной зоне.